Поступление в детский сад – волнительный шаг как для ребенка, так и для его родителей. Малыш впервые попадает в большой детский коллектив, в котором будет находиться без присутствия мамы и папы. Родители же хотят, чтобы время, проведенное в детском саду, приносило их чаду не только положительные эмоции, но и закладывало важные для дальнейшей жизни навыки. Направление Центра интеллектуального развития дошкольников – мы создали свою дошкольную академию естественных наук. Наши малыши будут заниматься химией, физикой. На открытие долгожданного сада прибыли почетные гости. Администрация города и представители Нижнекамска «Нефтехима». Экскурсия по детскому саду впечатлила всех. В здании предусмотрены современные игровые комнаты, уютные спальные места, раздевалки, физкультурные залы, кабинеты психолога и логопеда. Здесь дети с самого раннего возраста через игру получают важные знания и непринужденно постигают естественные науки. О, как вкусно! Ой, как вкусно выглядит. Это радуга, да? Ярким и весьма трогательным акцентом в экскурсии стало посещение музыкального зала, где маленькие воспитанники приготовили подарок для прибывших гостей. В детском саду «Кубеляк» созданы полноценные условия для того, чтобы дети получали не только общеобразовательные навыки, но и развивали свое креативное мышление, логику, а также прививали художественно-эстетический вкус. Наши дети будут получать все необходимые знания, условия для того, чтобы они в первую очередь росли здоровыми, счастливыми и развитыми. Торжественная часть подошла к концу. Родители и будущие воспитанники с радостью стали осматривать свои группы и с удовольствием знакомиться с друг с другом. Самое время делиться впечатлениями. Зашли в садик с отличным настроением, долго ждали, потому что мы вот здесь рядышком живем. С окна наблюдали, как строится наш садик. Вот, ребенку 2 года исполнилось, пришли. Очень рада, долго ждали открытия садика. Очень нравится все тут, все новое, все красивое. Дочка тоже все смотрит. Очень интересно, даже солнышко сегодня светит и тепло, и также на душе, что садик наш готов, и дочка ждала открытия. Всего же с 2010 по 2019 года в Татарстане в рамках реализации президентских программ построили 239 детских садов, более чем на 37 тысяч мест. Таким образом, республика стала одним из первых регионов России, в котором решили проблему нехватки мест в детских садах. Юлия Бурмистрова, власти Магин, Н-Медиа.